Новый год – это повод собраться и весело провести время не только с родными и друзьями, но и с соседями. Так, накануне праздников во дворе дома на улице поселок Калинина прошла развлекательная программа, которая собрала на одной площадке детей и взрослых. Подробности далее. Сказочные персонажи, нарядная елка, снег и хорошее настроение. До встречи Нового года остаются считанные дни. И чтобы скрасить ожидания этого волшебного момента, депутаты 2-го избирательного округа организовали для жителей праздник во дворе. Раньше у нас были праздники дворовые, собирались мы день соседей, вот, которые сейчас активно проходят в нашем городском округе Люберец. Также, чтобы мы здесь в одном дворе все объединялись и друг друга знали, какие-то проблемы обсуждали. И ну, также их на месте можно все и решать, встречаться, разговаривать, общаться, заводить дружбу, заводить новых друзей. Всех, кто пришел на праздник, ждала не только развлекательная программа с новогодними волшебниками, но и сладкие подарки. Каждый год приходим всей семьей, детям очень нравится. Да, и народ приходит с других дворов, всем очень нравится. Ну, весело, прям появилось новогоднее настроение. Я хотела пожелать всем, чтобы они не болели и чтобы у них хорошие подарки были. Особое внимание депутаты 2-го избирательного округа в эти предпраздничные дни уделяют семьям участников СВО. Народные избранники навещают детей военнослужащих и вручают им новогодние подарки. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.